Приветствую вас, друзья! Меня зовут Гапеев Сергей. Я коммерческий директор сети мебельных салонов «Дизара». Первый салон под брендом «Дизара» мы открыли в 2014 году. Сейчас у нас уже 5 салонов, в которых вы можете приобрести мягкую корпусную мебель ведущих производителей России. В наших салонах вы найдете мебель как для дома, так и для офиса. Все модели выполнены из экологически чистых материалов с учетом современных тенденций в мебельной отрасли. Мы предлагаем своим покупателям весь спектр мебели для дома, в том числе для спальни, кухни, детских комнат, прихожих, а также занимаемся продажей мягкой офисной мебели. Мы осуществляем гарантию на всю продукцию и предоставляем возможность составления 3D-проекта с расстановкой мебели для того, чтобы наши покупатели были точно уверены, что она отлично впишется в интерьер. Мы динамично развивающаяся компания, которая использует самые современные инструменты для взаимодействия со своими клиентами. В феврале 2020 года мы узнали о платформе UDS и моментально приняли решение использовать ее в своем бизнесе. Наша консалтинговая компания занимается внедрением UDS более 2 лет. Нам важно, чтобы каждый предприниматель получал максимум от данного инструментария. Мы проводим установочную встречу, на которой определяем главные задачи по внедрению. Таковыми стали повышение уровня лояльности к каждому клиенту, оптимизация затрат на рекламу, увеличение товарооборота, увеличение трафика, повышение эффективности каждого информационного канала. Внедрение системы UDS заняло 3 месяца. За это время были напечатаны тейбл-тенты, заполнен прайс, подобраны оптимальные маркетинговые настройки, а также проведена активная работа с персоналом. Благодаря четким и понятным инструкциям, а также сильного управленческого решения Сергея, UDS в компанию Дизара вписался как родной. За время работы мы выдали нашим клиентам 2481 электронную дисконтную карту, а 88% из них совершили хотя бы одну покупку. Мебельный бизнес специфичен и имеет низкую репотребляемость, поэтому мы приняли решение использовать комбинированную систему скидок. Бонусами можно оплатить 30% от покупки. При этой настройке фактическая скидка составляет менее чем 1%. За время работы системы UDS мы добились увеличения среднего чека на 6,5%. Данным показателем мы гордимся, так как смогли достигнуть такой результат в период пандемии. Важно отметить, что привлечение новых клиентов по ссылке в приложении для нас оказалось вишенкой на торте, так как планировался рост за счет системы рекомендаций, а в итоге только по ссылке в приложении нашими клиентами стали 191 человек, которые принесли в кассу более 2,5 миллионов рублей. А это значит, что в городе Иркутске люди активно пользуются данным приложением. Благодаря гибким настройкам UDS мы организовали канал коммуникации с клиентами салонов Дизара, а также автоматизировали поздравления в честь дня рождения с начислением 3000 баллов. Это стоит затраченного времени и средств. Посчитав профит от внедрения за 11 месяцев, получилось, что программа UDS окупила себя более 12 раз. И это только начало. За помощь во внедрении большое спасибо Денису, он профессионал. На старте мы столкнулись с сопротивлением сотрудников, но быстро исправили ситуацию, настроив модуль KPI для мотивации персонала. Впереди дальнейшая методичная работа с системой. В первую очередь мы планируем найти партнеров для кросс-маркетинга, чтобы обмениваться клиентскими базами и усиливать бизнес друг друга, а также разжечь эффект сарафанного радио. Я рекомендую данное решение предпринимателям для повышения уровня клиентоориентированности.